Марина Мустафина занимается массажем более 3 лет и владеет разными техниками, а недавно открыла свой кабинет и приглашает всех желающих на сеансы. Среди ее умений как классический ручной массаж спины, ног, шейно-воротниковой зоны, так и антицеллюлитный, помогающий скорректировать фигуру. Нас Марина посвятила в секреты своей специальности. Массаж является спа-услугой, которая может решить многие проблемы со здоровьем. Поможет человеку расслабиться, допустим, да, там, восстановиться после тяжелой тренировки, после тяжелого рабочего дня. Ручной массаж помогает расслабить мышцы, избавиться от зажимов, что позитивно влияет на самочувствие. Массаж пришел в мою жизнь по одной простой причине. У меня начала болеть спина после работы, и мне захотелось снимать это напряжение. Вот и все. И я начала искать массажиста, нашла Марину и очень довольна. Очень ее рекомендую. Спортсмены благодаря таким процедурам ускорят восстановление мышц после тяжелых тренировок и соревнований. Стоит отметить, что для полноценного эффекта необходимо провести несколько сеансов. Начиная от 3-5 до 10. Вот это оптимальное количество сеансов. И потом делается перерыв. Потом вновь продолжает. Ну, то есть, зависит от проблемы. То есть, ну, всегда массаж делается курсами. То есть, разовое посещение – это так, несерьезно. Другой вид – антицеллюлитный LPG-массаж для устранения лишней жидкости в организме. Проводится с помощью профессионального оборудования. При этом клиент надевает специальный костюм. Довольно давно существует этот вид массажа, но он не теряет актуальности. Он очень востребован у женщин, девушек, которые хотят убрать объемы. Ну, такая не мужская тема. А мужчинам больше все-таки ручная заходит. Особый конек Марины Мустафиной – массаж лица. Он позволяет бороться с возрастными изменениями и избавляться от отеков. Массаж лица – это мощнейший антистресс. То есть, когда мы его делаем после общего массажа, да, завершения общего часового массажа, добавляем еще массаж лица, то человек расслабляется вообще полностью. Что касается спа-программ, то Марина может предложить шоколадное обертывание. Шоколад поднимает настроение, снимает усталость, увлажняет и питает кожу, делает ее ровной и подтянутой. За счет добавления в состав экстракта водорослей создается лимфодренажный эффект. После сеанса девушки чувствуют себя свежими и отдохнувшими. Мне нравится вообще свет, обстановка, душевая кабина. Здесь все полностью, весь кабинет оснащен всем необходимым. Вот. Чистые полотенца, стерильные условия – это не так маловажно. Записаться на сеанс можно по телефону, который вы видите на экране. Находится кабинет по адресу Зеленый переулок, 19, в помещении спортивного комплекса «Территория тенниса». Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.